Итак, все бусинки закрепила по 2 каждой длины. Осталось собрать кисточку. Для этого я набрала цепочку воздушных петель и оставила хвостики, чтобы связать кисточку. Итак, можно, если есть дополнительно еще какие-то бусинки, продеваем. Собственно, начнем сбор кисточки. Аккуратненько собираем. По центру. Завяжем. Расправляем. По необходимости направляем наши бусинки. Закрепим. Как это сделать? Берем нить, складываем таким вот образом петелькой наверх и прикладываем. И дальше начинаем обматывать, делать такую вот ножку. Затягиваем потуже и ровно укладываем. Обрезаем и продеваем нашу петельку. Тянем за хвостик. И вовнутрь затянули. Все, у нас узелок получается примерно по центру. Эту веревочку я оставлю. Можно немного подрезать. На какую высоту вы хотите. Кисточку. И здесь подрезаем. Наша кисточка готова.